МДЖ, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Надеюсь, церемония награждения еще не началась. Битва на вертолете, несущем кран. В небе над нашими гудящими улицами, на которые он мог бы упасть в любой момент, как пылающий шар смерти из раскаленного металла. Вы все еще думаете, что паутиноголовый вас защищает? Но он же их остановил и убедился, что вертолет ни на кого не приземлится. Он все правильно сделал. Правильно? Правильно было бы вызвать профессионалов. Мой сын с гордостью служит в воздушных силах. У него тысячи полетных часов и годы тренировок по защите нашей Родины. Но он недостаточно хорош? Конечно, достаточно. Но его там не было, а Человек-паук был. Потому что он сам так захотел! Религия ему запрещает звонить в полицию! К черту, хватит говорить об очевидном. Уходим на рекламу. Мне нужны двойной аспирин и таблетка от изжоги. Быстро! Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Па, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Идем, милый. Добро пожаловать. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло. Ну? Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь? Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь, мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его... выдающуюся отвагу за сохранение жизни граждан я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Thank you.
Майлз! Держись. Держись, держись. О, слава богу. Слышишь меня, малыш? Ты меня слышишь, Питер? Если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь. А я пойду искать папу. Питер. Питер, очнись. Давай, скажи что-нибудь. Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке, все будет хорошо. Ладно, слушай, мне надо найти папу. Нет. Папа. Майлз, нет! Папа здесь. Я его найду. Майлз! Уходи! Пожалуйста! Папа жив. Я знаю. За черт! Куда это ты? Папа был там. Надо ему помочь. Ты мой ангел. Я найду тебя. Я найду тебя.
Нет! Нет! Стойте! Нет! Хватит! Нам пора! Сейчас! Папа! 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 Папа, нет! Очнись, пап! Очнись! Очнись! Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или со временем станет полегче... Или, знаешь, таков замысел Божий. А, прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Прости, Джефф. Я занята. Что такое? Вы уже ищете Мартина Ли? Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указке Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен! Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства? Ну да. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Хотел сказать, что я облажался. И тот парень потерял отца. Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к Ли? Они его даже не ищут. Даже Юри мне не верит. Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Доберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году скупил акции Центра переработки отходов. Думаешь, он там и прячется? Возможно. Мы знаем, что он не в пир. Если его нет в центре переработки отходов, может, ты найдешь там какую-нибудь зацепку. Ладно, ты молодец, МЖ. Я дам знать, что найду. Да, вот еще что. Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Что это значит? Он пробуждает твою темную сторону, заставляет делать то, чего бы ты не стал делать в обычном состоянии. Хм, звучит как-то чересчур. Сказал человек, который бегает по стенам.